просто импорт. Банально импортирую сэмпл. Очень важно научиться правильные сэмплы выбирать, это очень важно. То есть вы только с опытом к этому придете. Потому что если у тебя в композиции звучит сэмпл, ну, то есть натренированный ухо сразу слышит, какой сэмпл реально не вписывается там в аранжировку. Потом аранжировку, понимаешь? То есть очень важно выбирать правильные сэмплы, которые вместе с друг другом будут отлично звучать. Ну, понятно, что еще задача есть их, ну, использовать эквалайзер, компрессор, панорамирование, там, громкость. Даже позже. Это уже да, чтобы это все красиво звучало вместе. Вот, ну, например... Хорошая идея, что бочка должна быть в тональности, с трэком. Слушай, ну, я не разделяю прям бочка, ну, бочка... Иногда ты можешь просто сделать там pitch -1, +2, послушать на слух, если тебе нравится так, можешь ставить. Но прям...